военный год. Рвется ветер осенний, и команда вперед. Даже смерть отступала, хоть на несколько дней, где солдатские письма шли дорогой своей. И с последним поклоном письма, полные сил, от погибших в сражениях почтальон приносил. Письма с фронта вобрали и судьбу, и любовь, и бессонную правду фронтовых голосов. Вы вот как панк, да? Панк, да?
вам то, что справа. И мне не надо слова. Ничего уже не надо. Мне лететь, плывущим рядом надо жить. И вся награда надо жить. Надо жить. А мы плывем по дне. Это вот не другое. Где же ты, вода живая? Зачем? Война плывает. Через 3 дня в Луганске. Погиб. Погода как? Погода как?